Добрый день! Вы на канале о простой и полезной пище Натальи Горбачевой. В этом видео я покажу, как можно сварить очень вкусный компот из слив и яблок. Такой фруктово-ягодный компот можно готовить не только летом, но и круглый год. Для этого стоит насушить яблок и наморозить слив. О том, как сушить яблоки и замораживать сливы в домашних условиях, на моем канале есть видео. На них будут ссылки в описании, а также в конце видео появятся окошечки, на которые можно будет кликнуть и перейти на эти видео. А сегодня я буду варить компот из свежих яблок и слив. Я их уже подготовила. Яблоки я помыла, очистила от сердцевины. Если кожура у яблок жесткая, то ее тоже можно почистить. Яблоки я разрезала на небольшие кусочки. Сливы помыла. Если варить компот из зимних заготовок, то сухие яблоки можно ополоснуть прохладной водой, а замороженные сливы для компота предварительно размораживать не нужно. Подготовленные яблоки я сложу в 3-литровую кастрюлю. Добавлю к ним сливы, сахар. Налью в кастрюлю холодной воды. И поставлю ее на огонь. Доведу воду до кипения. Компот начинает закипать. Я лишь доведу его до кипения, выключу огонь, закрою кастрюлю крышкой и дам компоту настояться. Компот можно варить с вечера, за ночь он успевает остыть и хорошо настояться. Приятного вам аппетита! Если видео вам понравилось, поделитесь им с друзьями. Приходите на мой канал, подписывайтесь, и я буду рада вашим комментариям.